Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Чувашии подвел итоги учения. Согласно его замыслу, группа террористов захватила заложников в здании ДК имени Хузангая в Чебоксарах и заминировала его. 23 сентября в Чебоксарах оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Чувашской республике проведен завершающий этап учения. По сценарию мероприятия группа террористов захватила заложников в здании Дворца культуры имени Хузангая и заминировала его. В сложившейся обстановке оперативным штабом принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении в Чебоксарах особого правового режима. В мероприятии были задействованы практически все силовые структуры – МВД, ФСБ, МЧС и экстренные службы города. Ими осуществлены незамедлительные меры по обеспечению безопасности населения, спланирован и реализован комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению диверсионно-террористических актов и обезвреживанию вооруженных преступников. При штурме условных террористов применялась спецтехника. Работали подразделения спецназначения ФСБ и МВД. Считая, что цели ТСУ «Молния» достигнуты, я как руководитель учения в целом положительно оцениваю результаты учебной контртеррористической операции. Подобные мероприятия для отработки действий группировки оперативного штаба будут проводиться и в дальнейшем. Как эвакуировать.